слезы нашей отечественной гимнастики. Елизавета Назаренкова. Диана Борисова. Дарья Сладковская. Дарья Сладковская. Сейчас наше внимание. Юлия Синицына. Чемпионка Европы среди юниорок. Яна Кудрявцева. Сейчас на ковре. Финалистка гран-при. Мария Титова. Наталья Булычева. Александра Верхулова. С неподражаемыми пируэтами. Чемпионка наших соревнований Маргарита Мамон. И, конечно, наши золотые девочки, сборная команда России в групповых упражнениях. Только шестером. Как одна. Анастасия Близнюк. Ксения Дудкина, Анастасия Максимова, Анастасия Назаренко, Ольга Ильина. Браво! Великолепная идея, великолепная!